is the governor of Palace. The government of the governor of the Netherlands and Belize is elected every 6 years by the Queen of Holland. So you see, the Fort Amsterdam, the governor of Palace, and behind the governor of Palace, you see a tower of a church, a Protestant church called Fort Kirk, is in the big yard of Fort Amsterdam, where you have the Prime Minister and her cabinet. Still now. Here on your right hand, our very, very old, swinging old lady, the Ponton Bridge, the Queen Emma Bridge, with the 16 pontoons, built in 1888 by an American architect, very clever guy. This closes back every time a cruise ship's come in or to our harbor, container, all the big ships come in to our harbor. That's why we call it the swinging. Come over to visit our island, and they think they just can come over because the island is so small, 3 miles long. Forget about it, guys. You can see it all in 3 to 4 hours, because although the fact that the island is small, we have that much here to share with you that you. Вот мы прибыли на восточную часть острова, на запад, вернее, на какие-то очень известные соляные озера. И вот обещанный нам фламинго здесь и не очень-то близко они расположились, поэтому в кадре все прыгает. Так, как и сейчас. Вот нас привезли на красивейший бич. Пляж. Вот только нам показывает, купаться не нужно. Действительно, роскошно. Пляж. Выключено. У меня выключено, я снимаю тут вовсю. Да, да. А что ж ты? Значит, до этого было включено. Мужик вот плавает, да, он смотрит. Были маленькие рыбки. Да? Вон их сколько, вон, прям по лунам. Ты не так не увидишь. Вот, смотри, их вот навалом, прям поверху. Говори подробно. Камеру беру. Ой, Леш, какой шикарный пляж. О, сказочный вообще. Ну вот он, видишь, он там, видишь? Да. Ну, замечательно. Давай. Поснимаю. Не, в ту сторону. Сюда? Ну, да. Какая прозрачная вода, Леша.
Смело, нормально, да? Да, расставаться с этим пляжем слишком трудно. Вот тут крошечное гнездо на дереве. Да, мы прибыли в дом рабовладельца бывшего и плантатора. Ну, бывшего, это было 1795 год, с тех пор кое-какое время прошло. Ну, вот сейчас нам покажут дом плантейшн, где было рабство, и отсюда началась борьба с рабством на всем Кюрасао. Вечерите? Ага. For gift message. When a baby is born or someone is dying, then they use it. So they have two different kinds of song play of this horn. Okay, just over to the side to the newest baby of this plantation. This plantation comes from the year 1596. Пойдем, тут дальше экскурсия проходит. Пойдем. Какой птички? Колонизатор какой-то, который здесь своих рабов бил и уничтожил. Здесь есть такой монумент с поднятой рукой и с, значит, с оковами, с порванными. Вот это он сигнализирует. То, что когда-то здесь было рабство, а сейчас здесь демократия и свобода. Вот здесь вот по горочкам вот так проведи. По горочкам? Да. По кочкам, по кочкам. Да. Это считалось богатым, наверное, вообще ни черта тут нету. Рабовладельца и плантатора, я уже говорила. Вот это доказательство вулканического происхождения острова. Настоящая лава. Вот она. Do you want to? Sure. Ага. Вот ради этого я и захотела идти на эту экскурсию, потому что по описанию мне это все так и представляется.
Это то, что вот завораживает всегда. Сбивающиеся волны. И чудо какое-то. Так, как бы не свалиться. Ага. Сейчас, сейчас. Да, я делаю. Я это делаю, а он там разбивается как. Что ты говоришь? Давай я камеру ее подсуну. Ну давай, тихо, так она включена. Ну, ну я конечно. Я же не знаю. Смотри, она сюда. Хорошо. Какая волна. Вот этот специальный камень здесь поставили, чтобы никого не сбивали. Здорово. Правда? Найдешь. Нет. Это значит... А-а-а. Это у меня, видишь, специально приготовлено для какого-то особо торжественного случая. Вот. Подожди, сейчас я. Я жду. Ну, не сейчас. Так у меня выключено, я сейчас подожду, все. Ну, у меня глаза не накрашены совсем. Ну и что? Как ну и что? Плохо. Да. Так нельзя, особенно в упор снимать, когда глаза не накрашены. Ты видишь, что они не накрашены? Конечно, вижу, что все нормально. Нет, неправда. Без подушек. Ну это просто здорово. Так, привезли нас на вершину горы Тринидад и Тобаго. Мы прибыли сегодня, приплыли сегодня утром. И вот одно печальное обстоятельство. Мы думали, это туман, а это вовсе не туман, а смог. Сухой сезон сейчас здесь повсюду. И, говорит, очень много лесных пожаров. И поэтому... Над всем островом, ну, может, не над всем, там уж не знаю как. Стоит туман. Ну, горочка крутая, надо сказать. И как мы ехали, это просто дух захватывал. Страшно. Тут бабочки большие летают. It's okay? Just beautiful everything, including people. Thank you, very beautiful. You're welcome.
one thing the States would send you back to Europe. It was found to be consulted. Это замечательный порт на самой вершине горы. Представляю себе, как они тут защищались. Сверху расстреливали подходящие пиратские суда. Или они сами в большей степени пираты, может быть. Да, экскурсии вот это наши совсем неофициальные. И что там рассказывается? Не слышно, можно сказать. Ну, вот самое-самое грустное, что смог сильный над горами. Там очень, конечно, все вид очень хороший. Но мало что можно увидеть. Вот мы сейчас на смотровой площадке. Oh, it's time to go already. Зачем? Так, возвращаемся на эту автобусик. И кажется, это какой-то другой дорогой. Okay, I'm picking. Hello. Горки и леса очень-очень производят хороший экзотический такой эффект есть. Me? Okay, hello. А куда мы идем-то? А, вот. Крутые горки, большая высота, а уж по пути просто дух захватывает. Но... Динг-динг! Динг-динг! Смотри, Нелли сюда приехали. Да? Вон они, снимай их, снимай, снимай. Вот они. Мы с вами где-то встречались. Встречались где-то, да. Это было когда-то. Да. И даже не так давно на кораблике. Знакомые все лица. Вас немного, да, совсем. Или а что вы сколько? А? Нас четверо. Врежься куда-нибудь там. А? Вот сюда, вот сюда, вот сюда. Ну ладно, я тебя уже снимал, поэтому... Да? Да. Ну ладно, тогда все. Вот снова привезли нас на какую-то высокую гору. Yeah.
Жарко, конечно. Вот это так банк. Красивый песок. Что? Что?
мы запомним теперь этот зимний райский уголок Тринидад и Тобаго вместе. And you. Thank you. Oh, мы не успели заметить, как вдруг оказалось, что мы уже отплываем.